Есть непонятная точка. Вы объяснили, насколько это тяжело приподниматься над природой. Есть ли примеры в природе для тех явлений, когда природа как бы приподнялась над самим собой, чтобы объяснить это людям? Или же во всей природе лишь человек должен совершить это действие? Человек не должен страдать. Человек не должен страдать. Нет. Мы не должны страдать при выходе из Египта и тому подобных. Мы не должны страдать. Мы должны проявить свет. И свет делает в нас внутренние изменения. Страдать означает, что я со своим маленьким эго преодолеваю большее эго и так далее. Это то, что несет страдания. Но для нас в пути не должно быть страдания. Если я все время действую в группе и ценю духовное продвижение, и я ожидаю, и это в духовном пути нет страдания. Нет страдания. Иначе ты не слит, иначе ты не идешь в сторону слияния. Вообще тогда о чем идет речь? Радость обязана быть, внутренняя ценность какая-то, подъем духа, иначе это неправильное направление.